А сколько времени у участников? 20 минут. 20 минут. Как думаете, этого достаточно? Конечно. Кто знает, им этого очень даже достаточно. И первый участник закончил задание за 4,5 минуты. Александр Куликов получил права 48 лет назад. И почти все свое время он проводил или за рулем, или возле автомобилей. Работал и водителем, и механиком, и инженером по дорожной безопасности. На конкурс «Автобабай» Александра привело прежде всего спортивное любопытство. В первую очередь спешка. Хоть у пешеходов, хоть у водителей. Что приводит чаще к ДТП, именно спешка. Вот. Ну, пьянка, это уж то даже разговоров нет. Это вообще исключено должно быть как у пешеходов, так и у водителей. Александр, кроме как личный, подводил статистику и по долгу службы. И может точно сказать, что главная причина всех бед на дороге – обычная невнимательность. С этим мнением солидарны и эксперты дорожной безопасности. Только спешка. Спешка. Торопятся, всем хочется куда-то успеть, быстро. И пешеходы в том числе стараются быстро перебежать или как-то. Если бы как-то более размеренно и с умом грамотно, может быть, поменьше было бы ДТП. Из года в год традиции не меняются. Конкурс проводится накануне Дня пожилых, в конце сентября. Количество участников разнится, но в среднем от 12 до 15 человек. В этом году собрались чисто мужской компании. Ни одной FTIB на соревнования не заявилось. И список испытаний тот же. Первая станция – сдача теста на знание правил дорожного движения. Вторая – фигурное вождение авто. И в этой части фаворит Рафик Латфуллин. Превышение скорости – это грубое нарушение. Выезд на полосу встречного движения, которое именно приводит к тяжким последствиям. Ну и техническое состояние автомашин. Рафик Латфуллин перечисляет самые частые причины травматизма и смертности в результате ДТП. И знает он об этом не понаслышке. 30 лет он отслужил в рядах госавтоинспекции, побывав в каждом подразделении. А также руководил спецстоянкой, куда привозят автомобили, в том числе и после аварий. Но в жизни получается так, что не всегда знание правил и умение водить совмещаются в одном человеке. Некоторые водители, кто по глупости, кто по торопливости, кто... сам на себя, надеется на свои силы, как правило. Но чаще всего многие допускают ошибки именно вождения, кто в себе слишком уверен. И третье место в конкурсе занял Юрий Фролов. Серебро взял Александр Куликов, а победителем вышел Рафик Латфуллин. А еще обладатели второго и первого мест получили дипломы «Знаток ПДД» и «Мастер вождения», соответственно.